На дорожке с воздушной подушкой можно проверить закон сохранения полной механической энергии при движении на наклонной дорожке. Если мы знаем угол наклона дорожки, который устанавливается при помощи микрометрического винта, то мы можем рассчитать высоту подъема дорожки около каждого датчика по формуле mgh или mgx на синус угла наклона дорожки. Сама система измеряет величину скорости тележки около каждого датчика, и таким образом мы можем определить и кинетическую энергию тележки. И затем посмотреть, как меняется потенциальная и кинетическая энергия и их суммы, то есть полная механическая энергия при движении тележки вдоль дорожки. Сейчас дорожка у нас установлена с наклоном вверх, вот таким образом. Угол наклона составляет 10 минус второй степени радиана. Эти данные введены в компьютер, и сейчас мы проведем опыт. Мы наблюдаем графики кинетической энергии, зеленая линия, потенциальной энергии, желтая линия, и суммарной энергии, сумма кинетической и потенциальной энергии от времени. Потенциальная энергия зависит от времени параболически, она сначала от нуля возрастает, пока тележка поднимается до верхней точки на дорожке, и потом убывает до нуля обратно. Кинетическая же энергия наоборот. Вначале она была максимальна, после начального толчка тележки она падает до нуля в верхней точке, когда тележка останавливается, и дальше снова возрастает. Суммарная энергия, как мы видим, при этом практически сохраняется. Тот же график можно посмотреть и в зависимости не от времени, а от координаты. От координаты эти обе зависимости уже превращаются в линейные. Кинетическая энергия, потенциальная энергия и суммарная энергия. При движении туда и обратно она сохраняется. Таким образом, мы проверили закон сохранения механической энергии.